Ну, казалось бы, это такая повседневная, конечно, ситуация. То есть я падал с лестницы, мне показалось, что они чуть ли не сломанные выходят и вот молотят по рельсам, там что-то наледь вот эту отбивают. Да. Мне же сегодня нужно было принять еще одно очень важное решение. Как, Наташ? Ну ладно, ну хватит. Вот смотри, видишь, какой у нас полезный новостной канал? О, что-то вкусненькое приготовилось уже, наверное, да? Да, это курочка тебе завтра на обед. Наташ, слушай, как у тебя сегодня дела вообще? Как плохо, день прошел? Плохо. Понимаете, я не выспалась, вообще не выспалась. Потому что сегодня всю ночь не снег шел, нет, не снег. Ну, то есть на улице вроде как снег, но в общем, нам в окно стучала всю ночь какая-то вот типа маленького, вот как крупа такой, это не град, но такой мелкий, мелкая, в общем, крупа. Назову ее крупой. Ну, это на нее и было похоже. Ну, и, в общем, все засыпало снегом, весь Краков засыпал. Всем привет. Слушай, вот у меня тоже, вот у меня день просто какой-то вот как не с той ноги встал сегодня, вот точно такой же. Как-то вот как начался не очень, так потом и пошел. Во-первых, из-за этого снега, ну как ты крупой назвала его, я опоздал на работу. Ты выехал раньше. Вместо положенных 40 минут я ехал полтора часа, хотя и выехал вот да раньше. Причем я думал, что проблемы будут с автобусами, поэтому ну, на автобус сяду, как-нибудь доеду до трамвая, а там все нормально успею. Так нет же, вот как раз автобусы-то и ездили по расписанию. На трамвае потом я в пробке и простоял. На трамвае в пробке? Ну да, Наташ, просто я сам в шоке был, потому что мы останавливались несколько раз по пути, вот машинисты выходили, я не знаю, ну, мне показалось, что они чуть ли не сломанные выходят и вот молотят по рельсам, там что-то наледь вот эту отбивают. Да. И причем я посмотрел, что утром были такие ужасные пробки, плюс они до вечера так и не рассосались, и Наташ... К сожалению, я не заехал в торговый центр, когда ехал с работы. Я предвидела это. Естественно, предвидела, понимаешь? Ну, в общем, история это была. В смысле предвидела? Да потому что я знала, что ты мне ничего не купишь, как обычно. У меня у подружки день рождения. Не, ну ладно. А подружка живет на Украине. Я, конечно, запомнил, что ты на меня вообще ставок не ставишь. Вообще, у меня подружка живет на Украине, у нее будет день рождения скоро. Я выбрала несколько подарков, естественно, все это Витальке сбросила, потому что мужчинам нужны четкие инструкции, что покупать и в каком магазине, где, сколько стоит, какой размер, полностью четкие инструкции. Но он, естественно, не купил, и в середине дня я уже передумала, на самом деле, покупать подарок. Ну, девушки, они такие непостоянные. Вот, я решила, что проще будет отправить деньгами, но, если честно, никогда не делала перевод на Украину, делала только в Россию, вот, поэтому я сейчас попробую перевести деньги, кстати, давно хотела вам уже показать, как раз. Слушай, ну ты интересно. Этой же системой платежной, да, ты будешь переводить? Через TransferGo, потому что мне это нравится, и я уже неоднократно говорила, что ссылка такая очень классная, там можно еще и зарабатывать. Поэтому давайте. Сейчас я все расскажу по порядку. Наташ, но можно отправлять не только, получается, в Россию, на Украину тоже. Нет, там очень много, там большой такой список стран. В Россию вообще без проблем отправляла. То есть на Украину буду отправлять первый раз. Уже, естественно, позаботилась, спросила номер карты и дату, получается, до какого месяца, до какого года она действительно. Естественно, нужно еще фамилия, имя, отчество. Но если есть приватбанк, то там достаточно просто номера телефона, к которому привязана карта, и 4 последние цифры номера. Ну, слушай, прикольно. Еще удобней, да. А вот подсмотреть за тобой можно, как ты будешь это делать? Ну, я вам персональные данные показывать не буду. Давай. Ну, ладно. А ну и не обращайте внимания, у меня, как обычно, вы же знаете, да, у меня разбитый телефончик. В общем, вот она, TransferGo. Ой, сейчас я вам тут... Во, отправить. Да, видели вот такую штучку. Вот, я уже забила, получается, отправлю 100 злотых. Валюта будет, получается, Украина. Так, валюта получателя.
Кстати, было похоже на юань написано. Ну, естественно, гривна. Так, всего отправлю 100 злотых. Не знаю, честно, конвертацию сейчас к гривне. Говорят, что хорошая. Вот, отправить кому-то другому. Вот, и здесь мы сейчас вобьем имя, фамилию и номер карты и просто месяц, год, до какого она действительно. Но я сделаю проще. Я сделаю вот так. То есть имя, фамилия, номер телефона и 4 последние цифры. То есть вот так. Ну, естественно, валюта гривны. Можно выбрать другую валюту, если у человека карта, например, долларовая, да? Но у меня, в общем, гривны. Сейчас отправляю. Дальше, вот, когда я заполню сейчас все эти данные, нажму «Далее», и там просто... Там уже, естественно, забиты мои реквизиты, с какой карты я буду отправлять. Но я отправляю не с карты, так как у меня iPhone, получается, я просто через... Наташ, извини, что перебиваю, но проценты как? Проценты, получается, скажу так, в Россию я пользовалась, было всегда 4,99, я платила здесь тоже, ну, потом скажу вам сколько, но очень мало должно быть, в принципе, то есть вообще. А что, так можно было, что ли? И деньги приходят очень быстро. Реально очень быстро. Классно, окей. Вообще классная система. Я, естественно, под видео укажу вам ссылочку на свою, получается, на свою страничку, да, через которую вы можете зарегистрировать, во-первых, скачать это приложение, во-вторых, получается, но зарегистрироваться. Реферальная ссылка, да? Да, и если вы отправите 270 злотых, то вы, получается, можете потом точно так же, как и я, приглашать друзей по своей ссылочке и зарабатывать 100 злотых с каждого приглашенного вами друга. Вот. А если я больше захочу отправить, нельзя? Нет, то есть там получается за одного друга 100 злотых. Ну, это очень хорошее. Нет, если я захочу больше 270 злотых отправить. Можно, конечно, можно. Можно. Ну окей, Наташ, подарок подарками, это все хорошо, что мы разобрались, да. Но на этом день не закончился. Почему я сказал, что вот он плохо начался и потом плохо вообще вот продлился? Потому что, ну вот, казалось бы, обыкновенная такая стандартная ситуация, ну, будничная, повседневная. Я падал с лестницы. Подожди, какая стандартная ситуация? Ты падал с лестницы? Ну, да, просто падал... Не, ну, там нормально падал, как бы. Я вовремя, получается, причем лестница, ну, небольшая она такая, примерно с мой рост. Да, небольшая лестница. Но есть плюс. Я сориентировался, сгруппировался, как бы спрыгивал спиной и, короче, спрыгнул. Ты меня удивляешь и удивляешь. Спрыгнул нормально, но когда лестницу от себя отталкивал, вот такой палец, я его один показывать не буду, так только в наборе покажу, вот ударился еще пальцем. Мне кажется, да, там даже поэтому, палец еще. Да. Ой, такой... Ай-яй-яй-яй, болит. Палец синий. И палец посинел немножко, поэтому, да. Наверное... Выпадок в праце? На месяц уйду на больничный теперь. М4? Не, шучу, конечно. Ну, и... В общем, и вот, да, вот такой весь день. А ты говоришь... Потому что не выспался, да. Все виноват снег. Я не знаю. Сам рассказывал, кстати, недавно лайфхаки. Как правильно просыпаться, стой на ней, чтобы удачно день прошел. И сам же, да. И сам попал в эти сети. Слушай, ну, давай я включу чайник, расскажу тебе сейчас еще кое-что. Иди на диван. Давай, окей, ладно, пойду. В общем, света хватит. Мне же сегодня нужно было принять еще одно очень важное решение. Помните ситуацию, когда мы обсуждали по поводу щепенки, да, получается, по поводу прививки, то есть ставить, не ставить, куча-куча разных комментариев, разных советов было абсолютно разных. Ну да, причем, получается, все сказали, что вот они бы поставили, если бы у них была такая возможность. Да, то есть, ну, естественно, как обычно, два лагеря, то есть кто-то поставит, кто-то не поставит, и вот сегодня мне нужно было принять решение. В общем, там было три графы. Первое – это прививка. Ставить или не ставить.
Второе, это тест на коронавирус именно вот сейчас, в данный момент. Ну, в смысле, когда будет, то есть вот вся эта запись, ну, то есть запись сейчас идет, вот тест, да, сделать. И третье, запись на антитела. Ну, то есть сделать тест на антитела, анализ. Но это все отдельно можно сделать или как? Ну да, то есть ты ставишь галочку, что ты будешь из этого всего делать. Ага, а в комплексе можно или нет? Ну, в общем, что я сделала? Ты, наверное, все выбрала, да? Пожадничала. Нет, в общем, прививку я пока не ставлю. Как, Наташ? Ну ладно, ну хватит. Наташ, на тебя единственную в нашей семье была надежда, да? Я пока воздержусь. Прививку я пока не ставлю. На антитела анализ однозначно сдаю. И Наташ. С тестом на коронавирус тоже, не знаю, как бы вначале зазначила нет, ну, обозначила нет, потом да. А сейчас думаю, зачем мне, в принципе, если я буду знать четко, есть у меня антитела или нет. Ну, в общем, я сейчас еще принимаю вот решение, хотя сегодня уже надо было это все сделать, и, в принципе, я это зазначила. Ну, даже если я сделаю этот тест, ну, ничего страшного. В общем, прививку не ставлю, тест сдаю, на антитела тоже сдаю. Вот так. Наташ, я сколько работал, сколько усилий приложил, чтобы хотя бы один человек из нашей семьи был с прививкой. Ну, скажем так, ну, я же подсмотрела, кто что сделал. Еще. Ну, не, ну я сама решение принимала сама. Ни с кем не советовалась, так чисто. Знаете, так послушала всех и сделала, как вот захотела. Прививку поставят человек, ну, человек 5. Список большой, список больше 30 человек. Тест на коронавирус дают 2 или 3. Я не знаю, вообще можно рассказывать или нет. Я же не говорю никаких фамилий, правильно? И на антитела сдают все. Угу. Вот, поэтому вот так. Наташ, слушай, у меня еще такая интересная ситуация в голове сейчас прокрутилась. А можно было еще на этом, ты знаешь, заработать очень неплохо. Вот получается, ну, там же много людей у вас отказались. Продать их щепенки. Не-не-не-не-не-не. Ты, получается, могла с них брать деньги. Ну, за то, что ты вместо них себе поставишь щепенку. И вот, когда их вызывали бы в кабинет, и ты вот каждый раз бы заходила там за одну, за вторую, за третью коллегу свою. Спасибо большое. В общем, Виталий, ты как обычно, да? Юморист. В общем, ну, как бы, я не знаю, то есть, правильное решение, неправильное решение, скажем так. А пока это не принудительно, пока это добровольно, я решила не ставить. Будет дальше другое положение, другие времена. Нужно будет поставить, все будут ставить, скорее всего. То есть, если, знаете, если будут жесткие ограничения в чем-то, да, ну, вот которые будут касаться меня. Например, там мне нужно выехать за границу, а, например, ну, не пускают без сертификата, без там какого-то знака отличия, да, что ты там сделал прививку или не сделал, возможно, буду ставить. Даже если она будет платная на тот момент, ну, ничего страшного, честно. Я решила пока не ставить. Ну, да, я вот, получается, слышал, что... Я слышал, что в России хотят так сделать. Не знаю, как здесь будет, что хотят сделать специальные паспорта, и вот не будут пускать на борт самолета, к примеру, на международной линии еще что-то. Не знаю, насколько это у них получится сделать, или вообще захотят, нет, и как это будет здесь реализовано, вообще как, ну, по идее, Европа свободная страна. Хотела вам посмотреть, у меня же постоянно приходит рассылка отовсюду, ну, то есть, ну, в смысле, например, портал госуслуг, да, то есть с Московской области тоже все эти рассылки, они приходят, я не знаю, сейчас удалила или нет. Вот смотри, видишь, какой у нас полезный новостной канал, то есть мы расскажем не только то, что в Польше происходит, а то, что и в России еще немножко. Ну, это конкретно Московская область, да. Ну, то что они, какую они рассылку, получается, отправили, что вакцинация препаратом «Спутник» как? «Ви»? Ну, там получается, там было много споров, кто-то говорил «5», кто-то говорил «Ви», но в итоге решили, что «Ви». Ага.
Ага, типа Виктория, да, Победа. Ну, я не знаю, там вообще какие-то проблемы с названием «Спутник», окей. Они его пихают везде. В общем, так вот, вакцинацию прошли уже более 100 тысяч жителей Подмосковья, 100 тысяч, да, задумайтесь. Теперь это сделать, в общем, гораздо проще, привиться можно не только в поликлиниках, но и в выездных пунктах вакцинации. Что-то это мне до боли, прям до боли знакомое. У нас выборы, по-моему, в России также проходили, буквально в багажнике, багажник машины открывают, да, и проводят выборы. Так вот, практически так же можно сейчас сделать и прививку. То есть, получается, Наташ, на пеньках тоже будут ставить прививки? Не знаю, в общем, написано, что по всему региону доступны более 200 точек вакцинации. Это можно будет сделать даже в торговых центрах. В некоторых предварительная запись не требуется. Достаточно просто с собой взять паспорт и полис ОМС, чтобы вы понимали. И зайти, наверное, в любую примерочную. На полис ОМС дается абсолютно каждому человеку, который является гражданином Российской Федерации. Все. И что там еще? А, вот. Ну, чтобы сэкономить время, можно заранее ознакомиться с анкетой пациента, заполнить необходимые данные. Прививку делают всем желающим после 18 лет, старше 18 лет, добровольно, совершенно бесплатно, эти слова подчеркнуты черным, таким более жирным. До и после вас обязательно осмотрит врач, написано, и через 21 день нужно будет поставить вторую. То есть нужно будет вакцинироваться еще раз. И сразу же после первой вас запишут на вторую. И обязательно нужно будет сообщить медицинскому работнику свой номер телефона мобильного, чтобы получить смс-напоминание, везите к врачу. В общем, вот такое, вот такие вот мне рассылки приходят постоянно. Ну и записаться можно через все, через госуслуги по номеру 122 в поликлинике, даже в ближайшем МФЦ. Чтобы вы понимали, МФЦ это сейчас такой многофункциональный, да, центр. Как он называется? Ну да. Многофункциональный центр, там можно делать абсолютно все. Это вот они сейчас решили. Ну не сейчас, они уже достаточно давно ввели это такое понятие. Ну там получается сидит специалист, который вроде как должен разбираться во всех, абсолютно во всех вопросах. Наташ, слушай, давай закончим о грустном. Я хочу, чтобы этот неудачный какой-то день быстрее закончился. Да. Пойдем скорее пить чай, пробовать то, что ты там приготовила. Хорошо. Тогда всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами завтра. И пока-пока.